зонду New Horizons разрешили совершить близкий пролет мимо объекта пояса Копера. Космонавтика New Horizons 2818 Дек 2018 сложность 2.9 зонду New Horizons разрешили совершить близкий пролет мимо объекта пояса Копера. Изображение окрестности объекта 2014 MU69 полученное путем объединения сотен снимков сделанных в период с августа по середину декабря при помощи камеры. Лори. Два возможных варианта пролета обозначены двумя окружностями. Итоговое направление движения аппарата отмечено буквой X. NASA, Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, Southwest Research Institute. Автоматическая межпланетная станция. New Horizons. Готова совершить близкий пролет мимо объекта 2014. MU-69. Из пояса Койпера 1 января 2019 года. При этом минимальное расстояние до цели составит всего 3500 километров. Сообщается на сайте миссии. New Horizons. Первый космический аппарат, пролетевший мимо Плутона на близком расстоянии. Благодаря собранным за несколько дней данным астрономы узнали, что на Плутоне есть крио-вулканы, ледники, горные цепи и признаки подповерхностного океана, а также впервые увидели его спутники Харон, Никту, Гидру и Кербер в деталях. На передачу накопленной информации ушло более 15 месяцев. После пролета в 2015 году руководство миссии решило в период с 2016 по 2021 год исследовать пояс Копера, расположенный на расстоянии 30-55 астрономических единиц от Солнца и содержащий тело, оставшееся после формирования Солнечной системы. Собранные данные позволят лучше понять состав протопланетного диска и механизмы формирования нашей планетной системы. Сейчас аппарат находится на пути к своей новой цели, объекту 2014. MU69. Или. Ultima Thule. Название было дано в честь мифического острова на севере Европы в древней и средневековой литературе и картографии, к которому он прибудет в конце декабря 2018 года. Это транснептуновый объект из пояса Копера, совершающий один оборот вокруг Солнца за 295 лет. Предполагается, что он может быть ледяно-каменным телом, а наблюдения Хаббла показали, что цвет поверхности может иметь красноватый оттенок. Предварительные оценки размера объекта изначально находились в диапазоне от 20 до 40 километров, однако в дальнейшем, на основании результатов масштабной кампании по наблюдениям трех событий транзита объекта 2014 по дискам далеких звезд, было определено, что 2014 MU69 скорее всего является либо тройной системой, состоящей из тесной двойной или контактной двойной системы тел, размером около 15-20 км в диаметре, вращающихся вокруг общего центра масс и небольшого спутника, либо двойной системой, состоящей из сильно вытянутого крупного астероида, размером около 30 км в длину и небольшого спутника. 16 августа 2018 года. New Horizons. Получил первый снимок своей новой цели, а вскоре нашел новые доказательства существования водородной стены на окраине Солнечной системы и совершил самый далекий маневр коррекции траектории на пути к своей новой цели. Существовало два варианта близкого пролета мимо объекта 1 января 2019 года на минимальном расстоянии около 3500 километров если окрестности 2014 MU69. будут свободны от небольших спутников, колец или обломков, и на минимальном расстоянии около 10 тысяч километров, в случае если вышеперечисленные объекты будут найдены. Группа исследователей в течение трех недель при помощи бортовой камеры Lori, Long Range Reconnaissance Imager, установленной на аппарате, искала любые тела в окрестностях 2014 MU69 представляющую потенциальную опасность для станции. В итоге не было найдено никаких признаков наличия пылевых колец или спутников объекта, размером более трех километров. В дальнейшем поиски продолжат, но на курсе аппарата это уже не скажется. В дальнейшем планируется проведение трех маневров коррекции траектории чтобы направить станцию в окно размером 120 на 320 километров и совершить 140-секундный пролет мимо объекта 2014. 1 января 2019 года в 17.33 по Гринвичу минимальное расстояние до 2014 составит около 3500 километров, что обеспечит разрешение снимков до 30 метров на пиксель в два раза лучше, чем у снимков поверхности Плутона. Во время сближения научные приборы и камеры аппарата должны показать, из скольких в действительности тел состоит объект, если у него спутник или пылевые кольца, рассказать о геологических особенностях, топографии и составе поверхностей и наличии у них газовой комы. Передача собранных данных на Землю продлится до осени 2020 года. При этом изучение этого объекта является центральной но не единственной задачей аппарата он будет исследовать и издали еще около 30 объектов пояса Койпера, а также проводить изучение плазменной, газовой и пылевой среды вокруг себя. Подробнее об открытиях, сделанных аппаратом New Horizons, читайте в нашем материале и на специальной странице. Александр Вайтюк